Следственное управление Следственного комитета России по Чувашии возбудило уголовное дело в отношении начальника отдела транспорта администрации Чебоксар и его подчиненной. Их подозревают в получении взятки. По версии следствия, в городе Чебоксары в январе-феврале 2017 года подозреваемый, а 8 марта его подчиненная через посредника получили взятки в размере 40 тысяч и 25 тысяч рублей соответственно от двух индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки по трем городским автобусным маршрутам. Эта взятка предназначалась муниципальным чиновникам за обеспечение им беспрепятственного осуществления предпринимательской деятельности в сфере пассажирских перевозок. В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.